Деда Мороза тоже иногда бывает не очень хорошее настроение. Я не назову его плохим настроением, назову его, наверное, скверным таким настроением. Вот. Погода, например, испортиться может. Вдруг и лето настает посреди зимы. Вот. Дед Мороз себя чувствует, конечно, где-то отчасти не очень комфортно. Если будут одинаковые эмоции, только радостно и только хорошо, на самом деле от этого будет, наверное, скучно. Эмоции должны быть разные. Мы должны дарить хорошие эмоции, да, положительные заряды, но добрые поступки делать. Все эмоции, все праздничное состояние только на контрасте. Потому что мы 30 декабря можем понимать, что все, ничего не получается, а 31 декабря, вот как, да, как я уже говорил, что ну, мы получаем какой-то заряд от увиденного. Да, мы увидели подарок, мишуру, и такие, Новый год! И все, и пошел вихрь. Поэтому это может быть какой-то элемент, какой-то предмет, какой-то человек и летом, и весной, который ты увидел, и тебе настроение сразу поднимается. И хорошее настроение, пожалуйста, на весь год.